Всем привет, меня зовут Катя Рядушкина, и немногие знают, что сегодня, а точнее 16 марта, день рождения у моего канала. Ему исполнилось целых 5 лет. Вы прикиньте, я снимаю видео без остановки на YouTube 5 лет. Все еще в шоке, все не ожидали. То есть 16 марта 2013 года я создала этот канал и выпустила свое первое видео. Но так как я знаю, что многие из вас не ознакомлены, так сказать, с моим начальным творчеством, с моими первыми видео, в этом видео я решила вам их показать. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто следил за моим творчеством на протяжении всех этих 5 лет, а точнее все эти 5 лет слушал это. Привет всем, с вами няшка Катя. Привет всем, меня зовут Катя. Привет всем, меня зовут Катя. Всем привет! Всем привет, меня зовут Катя. Всем привет! Всем привет, с вами Катя Адушкина. Всем привет, с вами Катя Адушкина. Всем привет, с вами Катя Адушкина. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина. Всем привет! Всем привет, меня зовут Катя. Всем привет! Итак, всем привет, меня зовут Катя Адушкина. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина. Ребята, всем привет, меня зовут Катя Адушкина. 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 Всем привет, ребята, меня зовут Катя Адушкина. Огромное спасибо всем, кто оставался со мной и следил за моими изменениями. Я подстриглась, да. Сегодня мы снимаем тег о дружбе. Ребятушки, привет, с вами Любарская, и да. Как научиться хорошо что-то делать? Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Всем привет, мне кажется, что это самое долгожданное видео на моем канале, потому что это видео рум-тур. Не волнуйтесь, вот это все скоро превратится в нормальный кудряшки. И, по-моему, теги потихоньку возвращаются на мой канал, потому что сегодня проходит вид-фест. Мне 11 лет, и мой рост 140 сантиметров. Давайте чуть-чуть растянемся, это мы типа как... Как-то это слишком близко. Всем привет, я такая красивая. И мой желтый чемодан на этом желтом фоне, наверное, не видно. Я только что проснулась, сейчас 12 часов. Это супер крутая мега-бомба. Коллаборация совместно с кем? Правильно, с моей собакой. Мне вас очень жаль, но это очередное видео Back to School в твоей ленте. Всем привет! Всем привет, меня зовут Катя. Не обращайте внимания, что у нас на глазах это просто патч. Я думаю, что уже все заметили по моим видео и фоткам в Instagram, что мне наконец-таки сняли брекеты. Многие уже знают, что недавно у меня прошел день рождения, а точнее 18 октября, и как вы уже все догадались, мне исполнилось 14 лет. У меня зарядка на камере заканчивается, поэтому давайте быстрее заснимем это видео. Приятного аппетита! Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и я знаю, что вам очень нравятся мои видосики в мюзикле. Хочу также сказать спасибо тем, кто следил за событиями в моей жизни и был всегда рядом. А там мы с нашей группой 25-й с улицы Вавилова поедем в Нижний Новгород на фестиваль. Мы пойдем на сказку, которая называется «Волшебная сказка». Привет, я снимаю «Один день из жизни», и мы едем на показ мод. Мы проснулись в 8:20, а как ни странно, в туалете у нас зазвонил телефон. Сегодня у нас будет сладостная вечеринка, которая называется «Вавилов Луд», потому что я в Лондоне. Там мы поедем в Битцевский лес, и у нас там будут шашлыки. Всем привет! Уже вторник, очень-очень постараюсь сделать этот влог более интересным. Сегодня я с моей лучшей подругой едем на поезде в Польшу. Начнем с того, что сегодня в 3 часа ночи я с Варей едем в Внуково, чтобы полететь в Болгарию в танцевальный лагерь «Тодес». Сегодня 1 ноября, и я с классом еду поездка в Чехию. Перед тем, как отправляться на гору, каждое утро я делаю себе хлопья с молоком в стакане. И сегодня в парке Горького в Москве проходит сходка с моими зрителями. И говорю сразу, чтобы было меньше вопросов. Да, я снимаю в новой комнате. Всем привет, сейчас мы находимся на фотосессии одежды Тодес. У нас сегодня будет день Нептуна. Это такой день, когда я даже не знаю, как объяснить. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Потому что у меня там будет сходка с вами. Всем доброе утро, и вы даже не представляете, где я сейчас нахожусь. Я в Таиланде. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и теперь я стала ведущей на радио Kids FM. Знаете, где мы? Мы в Рязани! Смотрите, где мы сейчас находимся? На «Голос дети». Сейчас нахожусь в парке Горького и иду, не поверите куда, на съемку для Adidas. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и вы все прекрасно знаете, что каждый год я лечу в Тодес лагерь в Болгарию. И этот год, конечно же, не исключение. Пару дней назад телеканал «Россия-1» пригласили меня на съемку их огромного и грандиозного проекта, который называется «Синяя птица». Спасибо тем, кто видел и наблюдал за тем, как я расту в плане видео, как меняется сама съемка и как меняется мой монтаж. Summertime's gone, it's getting colder. The year goes by, I'm getting older. Oh. Привет! Сегодня я снимаю самое запрашиваемое видео на моем канале. Привет всем, меня зовут Катя. Это душ в одежде. Конечно. Ага. Мы что, реально будем купаться в одежде? Привет всем! Сегодня в этом видео я вам покажу, как проходит мое летнее утро.
Адушкина, и это видео связано непосредственно с воспоминаниями. Всем привет, меня зовут Катя. Всем привет, меня зовут Варя. Всем привет, с вами Катя Адушкина. Это была плохая идея. Короче говоря, я пришла в школу. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и сегодня у меня в гостях нереальный и всеми известный Дедушка Мороз. Всем привет, меня зовут Катя Адушкина, и сегодня у меня в гостях моя подруга Маша. Привет, меня зовут Катя Адушкина, и наконец-таки у меня дошли руки, и я снимаю лайк Адушкина. Первый лук самый обычный и, на мой взгляд, подойдет абсолютно всем. Спасибо всем, кто следил за развитием моего канала. Кто был с 1000 и до миллиона. Браво мне, я наконец-то придумала, как называть своих подписчиков. И вы теперь у меня одуванчик. Ми-м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 и. Как я представлю, что меня смотрят 10 тысяч человек? У меня будет новая фишка. Вот и все, это было все. Главное мне не забыть эту фишку, и всем пока-пока. Я хочу вам похвастаться, что ко мне наконец-таки пришла моя серебряная кнопка. И 16 марта 2016 года у моего канала было день рождения. И представляете, ему исполнилось 3 года. Всем привет! И недавно на моем канале набралось более 550 тысяч подписчиков. И сегодня тот самый знаменательный день, когда на моем канале набрался 1 миллион подписчиков. Только что вы видели маленькую нарезку моих самых первых видео, которые я выгрузила на свой канал. Мне показалось, вам будет интересно посмотреть на то, как я менялась, как менялся мой контент, мои видео, мой монтаж, моя съемка. Потому что я начала снимать с 9 лет. Это было совсем давно. Я специально не удаляю это видео и, наоборот, специально вам их показываю, потому что мне самой приятно смотреть на то, как я развиваюсь и на то, как я расту. И в этом видео я вам в сотый раз хотела показать и доказать, что не все в этой жизни дается так легко и быстро, как кажется. Не с самого первого видео мой канал взлетел до миллиона. И даже не с первого года. О чем я? И не с третьего, и не с четвертого. Просто все, что я имею сейчас, я шла к этому очень долго. Поэтому я вами и моим каналом очень дорожу. И огромное вам спасибо за то, что вы остаетесь со мной. Поэтому я вам очень хочу посоветовать. Если вы начинаете заниматься чем-то новым, не ждите сразу от этого огромной какой-то бешеной отдачи, популярности и всего прочего. Будьте готовы к тому, что прежде чем чего-то достигнуть, нужно будет преодолеть большой путь. И никогда не останавливайтесь на достигнутом. Я не остановилась тогда, и я не остановлюсь сейчас. Огромное вам спасибо за просмотр этого видео. А если в этом видео вам не хватило меня, у меня есть для вас еще один проект. Если ты сидишь в интернете ночами и узнаешь о новых трендах на девчат, ну или может именно ты лучше всех знаешь, как понравится новенькому парню в школе. А может быть у тебя есть свои секретики? Как быстро избавиться от прыщика, усмирить непослушные волосы, заварить самый вкусный в мире чай или собраться в школу за 15 минут. Запости селфи в Инстаграм или ВКонтакте и напиши в комментариях лайфхаки, который помогает именно тебе. И не забудь поставить хэштеги «Я знаю как девчат». И главное, твоя страничка в Инстаграме и ВКонтакте должна быть открытой. Лучшие лайфхаки мы соберем в новой статье на девчат. А авторы самых интересных постов получат призы от девчат. И если вам интересно, вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть мой новый ролик для девчат. Ну вот и все, это было все, и всем пока-пока. Вот и все, это было все, и всем пока-пока.